Добрый день! Наш сегодняшний обзор будет посвящен насосному оборудованию для дренажа и отводу грязной воды. Мы рассмотрим дренажные насосы марки Aquario серии Vortex, Sand и Grinder. В зависимости от мощности и гидравлических характеристик, насосы данной группы можно разделить на две подгруппы – профессионального применения и бытового. Впрочем, данное деление достаточно условно, поскольку все модели, независимо от характеристик, изготовлены из лучших материалов и с ресурсом, удовлетворяющим высоким эксплуатационным нагрузкам и требованиям к надежности оборудования. Дренажные насосы отличаются друг от друга конструкцией, применяемыми материалами и назначением, мощностью двигателя и напорно-расходными характеристиками. Насосы серии Vortex предназначены для перекачивания грязной воды с твердыми частицами, например, гравий и песок. Они применяются для отведения грязной воды как в индивидуальных, частных хозяйствах, так и на промышленных объектах, стройках, например, при осушении котлованов или тоннелей. Дренажные насосы Aquario Vortex в настоящий момент представлены следующими моделями, работающими от однофазной сети. Vortex 12.5C, Vortex 15.8C, Vortex 18.5C, Vortex 20.10C. А также на российский рынок поставляются две модели, работающие от трехфазной сети. Vortex 3012TC, Vortex 3514TC. Стоит отметить конструктивные особенности этой серии. Рабочее колесо открытого типа, что практически исключает возможность засора. Материал рабочего колеса – чугун повышенной твердости, что увеличивает стойкость к абразивному износу. Вал насоса – нержавеющая сталь, устойчивая к абразивному износу, а также химическому воздействию перекачиваемой среды в диапазоне от 6 до 11 pH. Двойное механическое уплотнение вала насоса расположено в маслозаполненной камере. Данное конструктивное решение значительно увеличивает рабочий ресурс уплотнения и, кроме того, дает возможность проводить его профилактическую инспекцию до его полного износа и наступления аварийной ситуации, вызванной попаданием воды в двигатель насоса. В двигателе насоса используются изоляционные материалы, относящиеся к классу F. Это означает, что насосы Aquario более устойчивы к перегреву, в отличие от многих конкурентов, имеющих изоляцию класса B, и имеют гораздо больше шансов сохранить работоспособность в случае недостаточного охлаждения двигателя. Вал насосов вращается в мощных подшипниках, предназначенных для интенсивной эксплуатации и различных нагрузок, включая ударные нагрузки, которые могут возникнуть при контакте рабочего колеса с твердыми частицами. Насосы укомплектованы кабелем длиной 10 метров. Однофазные модели Vortex оснащены дополнительным внешним автоматом защиты от перегрузки по току, например, в случае блокировки рабочего колеса, и поплавковым выключателем для защиты насоса от работы без воды. Серия Sand на российском рынке в настоящий момент представлена всего одной моделью – Sand 100. Это достаточно узкоспециализированная модель, основной областью применения которой является перекачивание воды с высоким содержанием песка и другого мелкого абразива. Это могут быть, например, траншеи в песчаных почвах или стоки от автомоек. Отметим основные отличия насосов серии Sand от серии Vortex. Рабочее колесо изготовлено из специального упругового пластика, который пружинит при воздействии на него песка, изнашивается значительно медленнее, чем обычные чугунные или нержавеющие колеса. Поскольку насосы Sand не предназначены для перекачивания крупных частиц, то гидравлические зазоры в насосной части у них меньше, чем у насосов Vortex. Поэтому насосы Sand обладают большим напором и способны откачивать воду из более глубоких траншей, чем обычные насосы той же мощности. Теперь перейдем к обзору насосов Aquario Grinder. Основной областью применения этих насосов является перекачивание бытовых канализационных стоков, стоков от предприятий питания или пищевого производства, которые содержат частицы органического происхождения, включая длинноволокнистые включения. Очень часто данные насосы применяются при оборудовании канализационно-напорных станций, например, там, где нет возможности оборудовать безнапорную канализацию. Серия Grinder представлена двумя моделями.
Модель Grinder 100 обладает высоким напором при умеренной производительности. Grinder 150 обладает меньшим напором, но большей производительностью. Из конструктивных особенностей этой серии стоит отметить режущий механизм на входе в насос, детали которого изготовлены из твердого сплава, не подверженного коррозии, открытое рабочее колесо из чугуна, вал насоса, нержавеющая сталь, устойчивая к абразивному износу, а также к химическому воздействию перекачиваемой среды в диапазоне от 6 до 11 pH. Двойное механическое уплотнение вала насоса, расположенное в маслозаполненной камере. Изоляция двигателя класса F, кабель длиной 10 метров, внешний автомат защиты от перегрузки по току. Важно! Производительность дренажного насоса зависит от нескольких условий. Как правило, это высота подъема, диаметр отводящего шланга и длина отводящего шланга. Поэтому для подбора оборудования всегда лучше прибегать к помощи специалистов. Ну и последние минуты нашего обзора мы хотели бы посвятить маленьким бытовым насосам Aquario Vortex 4.4SS и Vortex 4.7SS. Несмотря на свои размеры, небольшую мощность и скромные характеристики, эти модели изготовлены с не меньшей тщательностью, чем их старшие братья. Все основные узлы насоса, контактирующие с водой, а именно внешний корпус насоса, корпус двигателя, вал, рабочее колесо, крепежные элементы, рукоятка, изготовлены из нержавеющей стали. Так же, как и в больших насосах, здесь применяется двойное торцевое уплотнение вала в масляной камере, усиленные подшипники, отбалансированное рабочее колесо. Стандартная комплектация также включает в себя поплавковый выключатель и кабель длиной 10 метров с вилкой. Часто на витринах магазинов можно увидеть насосы в нержавеющем корпусе, внешне напоминающие наших сегодняшних участников. Но за блеском корпуса чаще всего скрывается простая конструкция, пластиковое рабочее колесо и не самый лучший ресурс. Итак, подведем итоги. Ассортимент дренажных насосов Aquario представлен насосами как для бытового, так и для профессионального использования. Также есть насосы на 380 вольт, трехфазные. Высокая надежность, защита мотора, отличное качество изготовления и используемых материалов. Все это – визитная карточка бренда, хорошо зарекомендовавшего себя на российском рынке. До новых встреч!